Всем привет! Сегодня 23 февраля. Хочу показать, что у меня на данный момент вылезло. Ну вот, здесь я посеяла баклажаны. Вот баклажаны у меня очень плохо вылазят. Вот несколько штук вылезло, и все. И потом, я не знаю, вот они потихоньку вылазят. Вот. И всего совсем-совсем мало. Не знаю, то ли семена такие. Я, значит, нашла свои семена. И вчера уже посеяла новые свои семена. Это лежали у меня. Я вчера нашла и посеяла сюда. Это новые баклажанчики. И здесь я не стала ничего трогать. Думаю, ладно, как вылезет. Это, ну, посмотрим. Ну, в общем, плохо, очень плохо всходит. Это покупные семена. Вот так вот они совсем это не вылазят. Здесь я посеяла горький перец. Вот так закрыла. У меня тут место оставалось. Значит, здесь я посеяла свои семена баклажан. Будем ждать. Вот. А здесь я посеяла сельдерей. Я вчера смотрела видео. В общем, там говорили, что нужно его сажать поверх земли, не закапывать. Сеять. Поверх земли не закапывать. В общем, землей. Вот я, это они любят солнце, ну, свет. Вот, и, в общем, у них вот должны они так сходить. Ну, посмотрим. Вот я его первый раз сею, что получится, не знаю. В общем, баклажанчики вот так у меня плохо взошли, почти ничего нет. Ну, вот один перчик у меня вот так вот взошел. Вот. Ну, тут мало было, но все равно не весь, половина вылезла. Вот, а здесь только вот тоже совсем плохо вылазят. Ну, вылазит вон несколько штучек там, 3 штучки всего вот. Вот так вот это, вот эти семена мы покупали в магазине. Вот, в общем, вроде бы они как не старые семена, значит там 20-й год срок годности, до 20-го года. Вот сюда, значит, я посеяла петунию. У меня стоит вот лампа. Я ее подсвечиваю лампой. Закрыла. У нас сейчас мороз, холодно. Я, чтобы мне в окно не дуло, на окне очень холодно. Чтобы с окна не дуло, я поставила уже коробки всякие. А то холодно. Это вот сейчас тепленько. И даже поставила их на решетке. Клеенка тоже холодная. Вот так они у меня на решетках стоят. Вот, в общем, у нас сейчас сегодня утром минус 24 было. Приходится, я их заносила в ту комнату потеплее, где они у меня ночь там стояли. В общем, ну вот так вот у меня вылезли баклажанчики. Вот так у меня вылезли перчики. Ну вот эти перчики вот такие вот. А вторые вот совсем не вылезли. Ну, посмотрим. Перчика у меня своего нет. Придется, если снова сеять, то надо покупать. Я семена не выписала, не купила. Вот жаль. Надо было все-таки выписать и купить. Понадеялась, что я уже посеяла. Вот. Ну, в общем, придется ехать в магазин и покупать семена. Вот. Ну, вот эти перчики, что у меня есть, я, конечно, и буду пикировать, буду сажать. Вот, баклажанчиков очень мало вылезло. Я там ковыряла вчера, вот смотрю, это корешки пускают. И я уже вот не стала трогать. Думаю, может быть, они все-таки вылезут. Вот я это. А вот эти спички я воткнула, я боялась эти кошки. У меня один раз залезли кошки и потоптали всю рассаду. И поэтому я вот воткнула зубочистки, чтобы у меня кошки здесь не лазили. Не топтали. А эту коробочку я только открыла. В общем, ну вот на данный момент у меня вот так вот рассада. Не очень-то важно. А вот я собрала свои семена, тыкву, кормила коз, курочки. Очень курочки наши хорошо кушают. Вот по осени не ели. Вот я им эту тыкву... Значит, у меня вот здесь вот стоят кабачки в мешках. Вот это все наш урожай. Вот у меня осталось только тыквы. Здесь вот мешок тоже кабачки, тыква. Вот, я, в общем, им сейчас режу.
И они у меня кушают. Кушают очень хорошо. Вот по осени не ели. А сейчас прям вот я вчера целое ведро им нарезала, и они у меня все слопали. Я вот сегодня ходила, они у меня все слопали. Вот. Всем доброго вечера. Я, значит, сегодня 24 февраля. Я, значит, вот посеяла еще перчик. Вот вечер. И вот снимать, не знаю, как даже снять, потому что отсвечивает, рука моя видна. Вот. Но я думаю, мне простят. Вот, вот так я буду снимать. Вот я, значит, вот в эти кассеты. Вот они у меня остались с прошлого года. Я их даже не помыла. Вот пошла в сарай и взяла. Вот, положила в них эти... Землю положила и посеяла. Посеяла я в эти розеточки, значит, вот эти семена. Я купила у нас в магазине вот такой перчик. Перец сладкий. Богатырь называется. Стоит вот эта пачечка 5 рублей. Здесь 0,2 грамма. В общем, я вчера засняла. У меня на столе здесь под лампой стояли мои перчики. Зашли они так недружно. И я решила еще подсеять, потому что для нас это того перца мало. И потом, что хотела показать. Я, значит, они у меня стояли здесь на столе под лампой. Я что-то хотела их под лампой сначала подержать. Вот, но потом я, значит, утром я перебазировала, значит, все свои семена, всю свою рассаду, которая у меня зашла вот сюда на окошко. Здесь, значит, здесь очень дует сильно. Я, значит, даже вот надо отодвинуть, наверное. Я положила вот полотенчик старенький. Вот здесь у меня баклажаны. Зашли они очень недружно. И мне, значит, пришлось... Тут я подсеяла, значит, горький перец. Ну, не знаю, как зайдет. Нет, ну, вот так прикрыла. Баклажанчики у меня зашли недружно. И не очень-то они как-то мне нравятся. Вот, ну, что поделаешь. Вот перец тоже, поэтому я сею. Перец тоже вот. Это только всходит, не знаю. А здесь вот... Мне надо было днем снимать. Но днем что-то лень было и неохота. Ну, в общем, я решила сейчас посеять, что у меня есть. И вот такие вот у меня. Я снимала там на столе. Это я поставлю видео. Вот. И вот такие у меня перчики зашли. Я их пролила марганцовкой, потому что у меня летают дома мошки. Мошки летают от тыквы. Вот. Значит, сюда я посеяла сельдерей. Вот, семена видно. В общем, я посмотрела видео. Там сказали, что, значит, должен на поверхности земли, на свету. В общем, вот так я посеяла. Это корневой сельдерей. Сюда, значит, в эту плошку я только вчера посеяла баклажаны. Я нашла дома у себя семена баклажан, свои баклажаны. Вот, и я решила, в общем, вот сюда посеять. Они вот, я только их посеяла, вот они у меня стоят. Потом, значит, здесь у меня зашла петуния. Вот, я сегодня ее поливала. Вот она взошла. Вон она. Такая вот зелененькая. Вот. Вот у меня взошла петуния. Я ее полила. Вот так держу под крышечкой пока. И сегодня я ее поливала вот из этой бутылочки. Мы сделали вот такую маленькую дырочку в крышке. И вы знаете, так удобно, я даже не верила. Вот те года я заливала, и очень много пропадало петунии. В этом году я вот сейчас поливала ее, и вы вот ни одна не легла. Ни одна петунька не легла, и вся вот стоит. Вот, и в общем, мне очень понравился вот такой способ полива. Даже можно те тоже вот растения поливать. Вот так. Вот, она не заливает ничего, в общем, очень мне понравился, очень хороший такой способ полива, вот. Вот, значит, я купила вот такие петунии еще, вот, петуния махровая, они все здесь вот в эти, такой контейнер, не россыпь, а контейнер вот такой вот пластмассовый, все три, все в таких контейнерах. Значит, вот такую петунию купила. И купила еще вот такую петунию.
В общем, три вида петунии. Сейчас хочу посеять. Пока еще светло на улице. Сейчас пойду найду плошки. И купил еще портулак. Портулак я никогда не сеяла. Но, в общем, хочу попробовать. Вот, в общем, я приготовила две коробочки. Такие вот из-под сока. Вот я хочу разрезать сверху. Сверху вырезаю и сюда сею. Все равно потом пикировать. Ну ладно, всем пока-пока.